Соцсети как лакмусовая бумажка – один из показателей эффективной работы местного самоуправления. Руководитель муниципалитета отметил, что за минувшую неделю выросло число обращений от жителей. Основные проблемы – это благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, вывоз мусора. И по вывозу мусора у нас за последнюю неделю значительный рост обращений в доброделе и в социальных сетях. Также попало несколько постов о транспортной ситуации в округе. Также на совещании речь шла о внешнем облике нестационарных торговых объектов Звенигорода. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что внешний облик должен быть в первую очередь согласован с местными жителями. Внешний облик нестационарных объектов, так же как и фасадов зданий, мы должны обсуждать с жителями, которые там в Звенигороде имеет очень активную гражданскую позицию. Хорошо, на этом мы договоримся. Месяц даем на все наши проработки, обсуждения и формирование окончательной концепции. Потом также вынесем на планерку и утвердим дорожную карту, по которой начнем активно двигаться. Главный архитектор округа Кирилл Завражин представил несколько проектов внешнего облика нестационарных торговых объектов, которые будут установлены на территории Звенигорода. При разработке каждой модели учитывалась специфика города, его историческая и культурная ценность. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».